Блин, господи, сколько там уже? 8 гигов вводов только за сегодня. Это жесть какая-то. Так, хорошо. Мечи и щиты будем продавать в другом месте. Еда почти закончилась, кстати. Куда ему надо доставить? Это опять сюда? О-о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 -
22 за вчера, а ты в каком разрешении это стримил? Но у меня уже 8 гигов вводов. А еще прошло... Сколько прошло? Кстати, больше 12. Куда ты пошел? Зайди сначала сюда, продайся. Бестолочь. Щиц, конечно. А, кстати, да, я проверил. Ты вчера говорил по поводу левелапов и денег. Нет, как только он левелапается, ты можешь его качать, не качать, он все равно будет, потребует увеличенную сумму сразу. Блин, я бы купил бы себе лук нормальный какой-нибудь. 83, может купить себе. Где-то я видел, что продавали луки, но вот где? Это было вчера. Ну, ты вчера, да, говорил, когда у тебя на трае как раз переименовывало персонажей, что там зафейлилось, одной монетки не хватило, так вот... Они сразу же требуют больше денег, то есть без разницы, ты их можешь повышать, можешь не повышать. А, парень ко мне решил присоединиться, короче. Голодранец. Парень голодранец. Стрим идет уже 17 часов. Нет, Вертис не спал. Типа я ему дал еды, а он решил ко мне присоединиться. За это. Значит, конечно, мне нужен. Характеристики у него, по сути, довольно неплохие. Пьяница. Стрим идет 17 часов 22 минуты. Лол. Да вообще нет. Ладно, парень, это мне на самом деле нафиг не нужно. Хотя пускай остается в лагере. Голодранец. Но он неплох, да. В принципе, из него может выйти лучник. На самом-то деле, неплохой. Ну, блин, вот... Рейнджет скилл меня минус 10.
если б на мече, да, было бы довольно классно. Это такое. Не, не выйдет. Я знаю, что из него не выйдет. Уже ничего хорошего. К сожалению. Соль закупаем. Соль-то нету. Кстати, вот есть мясо на 12 дней. Медикаменты. Чего у меня по медикаментам? Медикаменты до жопы. Получится мясной. А чё? Зачем? У меня есть фулл слоты, смысл? Я ему только, кстати, деньги плачу. Надо его уволить нафиг. Я ему только бабло плачу зря. Он еще 5 монет в день жрет. Вали давай. Вали давай отсюда. Чувак пришел ко мне с одеждой, в одежде и с ножом ушел без всего. Нормально. Соли закупим. Инструментов можно докупить, кстати. Очень дешевые они. 103. Нальем всем. Мне бы охотника еще одного. Потренировал его. А что, идем сюда тогда вниз. Я бы вот на эти могилы бы сходил. Грим, ну ты извращуга. Провианта на 6 дней. Кицуметов почти фул, это тоже почти фул. Я думаю, зайти что ли сюда, пока я туда иду. Не должны меня там убить. Сейчас глянем, что там. Там, по-моему, были скелеты, некромант, куча зомби. Очень много скелетов, скелеты-лучники, скелеты-гварды. Еще некромансер. Я не знаю, я убью это, нет? Давайте попробуем. Восемнадцать. Скелеты гварды. Скелеты лучники. Мне кажется, ли в скелетов лучников, скорее всего, даже попадать не буду. Урон не будет. Значит, на некромансере концентрируемся. Моя цель — некромансер. Дробящего у меня, кстати, нет вообще оружия. Все дробящее я продал. Оно дорого стоило.
сейчас и проверим, как зайдет. Нет, я просто банально не достану. Не, шикарно вообще заходит. О чем? Колющая, скорее всего, по ним не зайдет. Да ладно, вообще все хорошо заходит. Уж стрелы по ним не зайдут. Так умею. Я тоже так умею. Чем ты в голову бил, объясни мне. Ну это такое, конечно, скелеты. Вот эти мне могут навалять с той стороны очень сильно. Так они довольно слабые. А вот стрелы, кстати, их не берут, да, действительно. Да, стрелы их, кстати, не берут. Но колющий их нормально берет. Скелеты белые ходоки. В чем разница? Вытолкнул меня, козел. Но рубище все равно сильнее бьет по ним. Это я тоже вижу. Просто пробежал. На пуфик. Скелеты, а куча костяшек бесполезных. Вот так вот. Да, пики довольно плохо на них работают, а вот эти
Алебарды довольно неплохо их крошат, кстати. Парень, не смей умирать. Не в мою смену. Гомункул на X, в смысле? Здесь собака его сожрать может, нет? В теории может. Надо именно идти с алебардами. Да, нормально. И с копьями. Алебарды их хорошо скрывают. Живи, парень. Один, конечно, умер, это печально. А, собака его не грызет, кстати. Блин, мог же без потерь пройти. Блин, какой-то получилось. Некромант пытается смыться. Не
смоется. А собака его тоже хорошо грызет. На самом деле это бред. Если бы я знал, что с колющим так получится, и что-то об этом не подумал. Надо было совершенно другие пушки брать. Гранат вообще ватный. Что это слово? Не знаю, как его назвать. Даже хуже, чем ватный. Вообще никакой. Может, выживет парень? Калекой станет. Да нет, не марафон. Просто увлекся слегка. Нет, парень умер. Хороший был парень. А в луте вообще ничего нормального нет. Не, сюда вообще не стоило приходить. Да бредовое место. Куча копий дешевых, куча этих. Не, это не вариант. Нет, не нравится. Я сюда не пойду. Так, по крайней мере, мне нужна еще одна алебарда. Ну или что-то рубящее. С колющим туда вообще соваться лучше не стоит. Монетка на 1К, ну это такое. Оно не стоило потери моего парня, кого он облевел был. Потом отлетел. Я не помню, кто из них отлетел. Оно не стоило потери 5-уровневого парня вообще никак. А, кстати, слушайте, сейчас же можем нарваться на этих. Можем нарваться на... ребят, которым у нас могут потребовать контейнер. Вот Хэнд отлетел. Ну, так-то парень-то хороший отлетел. Очень хороший. Сейчас нас могут попытаться копануть. На посылку. Мы не должны это позволить им. Меня будете, нет? Прикольно. А меня не ловят. С посылкой. В основном с посылками ловят. Так. Надо мысы с собой брать туда. А так зачистить то место вполне-таки реально. Достаточно легко это будет сделать. Так, давайте возьмем этот квест.
Погодите, это где-то наверху же, не? А. Это мне выслеживать надо, ребят. Ну, хорошо. Стоять. Изи. Стой! Стой! Ну, вообще вопросов нет. Я еще и на холме. Арбалет. А, нет, не арбалет. Семьдесят 3% промах. Я люблю эту игру. А, отлетел этот, отлетел благородный, кстати. Прикольно. Не ожидал, что благородный отлетит первым. Там не стоит того. Надо идти-то именно с оружием. Я пока не готов к этому. Так. Почему я его шотнул? Серьезно, почему я его шотнул? Я его не должен был шотнуть. Че, из-за того томагавка, что ли, орковского? Или не бред какой-то? Не может этого быть. То шапку забудешь, тот скелет отлетишь. Что? Что это за благородный? Есть лок урона. Так. Да, я его, короче, в голову шотал на 84 дамага. Просто шот в голову. Это уже не лечится. Собачку надо натравить на них. На 100? На 84. А! А, вот. Head Armor. 105 damage. Нет, это не то. Или соседу прилетело? Я не знаю, кому прилетело, но там... Прилетело не слабо. Кто-то говорил, что орский тесак не очень. Жесткая штука на самом деле. Сосед, наверное, прилетел-то, алебарды. Первый у меня просто хэдшот был. Но это была не алебарда, у алебарды бонус в голову. Уматывает, короче. Не, ну мы его не отпустим. Надо его ловить.
собака его поймала. Вообще, как ты посмел ударить мою собаку? Окей, давай, удачи тебе, Мортис. Есть то все уже. Вау! Сколько на вон? На 28 цапнуло в армор. Прикольный песик. Железная армурка и хороший щит, точнее хорошая броня. Так, это были не те рейдеры, которых мы ищем. Понятно. Печаль. Так, по крайней мере армурку нашли нормальную. Ну, все сейчас уже в армурках бегают. Снарядил весь отряд уже нормальной броней. Так, перки. Вот здесь спорный вопрос. Брать ли... Брать ли перк одиночку? Или взять перк на обучение и прокачать ему еще стрелы. Или взять перк Headhunter. Headhunter зайдет арбалетчику. Headhunter, да? Не, ну просто вариант взять ему вот это вот. Этот, что ли? А, это увеличивает этот атаку рейнджовую. Или ты вот это вот именно. А, сейчас скажу, что он делает. То он увеличивает... Получает 1% плюс 10 от его базовой стрелковой защиты в качестве прибавки к стрелковой защите до атакующего. Другими словами, это... Чтобы лучников не убивали лучники, короче. Но у меня базовая стрелковая защита нулевая, так что этот скилл мне особо-то не прет. Так... Конечно, одаренность взять ему. И прокачать ему точность. Ну, он дает деф на основе базового 1% плюс 10% базового за каждую клетку расстояния между тобой и твоей мишенью, короче.
Другими словами, это как раз контра к лучникам. То есть, чтобы лучников не мочили бы лучники. Вот так. Как ни странно. Как-то так. По крайней мере, я так понял. Слушай, а ты лучника брал этот одаренность, нет? Осталось только деф поднять. Ага. Ну у этого 9 дефа так-то. То есть ты качал им одаренность? Или не качал? Смотря какой лучник. Ну, вот этому Ульфу ты бы качнул одаренность? У него 49 точности. Он не точный. Ну или вот этому, которого 62. Футфорк. Я бы вообще лучники не брал. Но у меня выбора не было, господи. Это самый нормальный лучник у меня был. Ну ему ничего не поможет. Ну вот, а вот этому убийце рыцарей. Чё бы ты взял? Я просто не знаю, либо убийцы брать работу ногами. Гифт? В смысле, это которому? Слайеру, да? Там будет просто шикарно сюда и сюда, если прокинуть по 5. 5 точности, это будет вообще офигенно ему. Ты не берешь количество перк. Все равно их мне не придется. Они слабые. Да я бы не сказал. Ладно, возьму гифт. Я ему увеличил жалование, да? Да, я им жалование увеличил. Про эксперта, но 65-70 достаточно для лучника. Ну вот 71 у меня лучник. Мой основной. Чё, где? Последовать... А, блин. Ну, забей.
Первая прокачка, она самая портая. Забей, это ж первые персонажи. Куда там пойти-то надо? Что я не ехал? Куда пойти, кого ловить? Окей, давай, удачи. Так. Очень понятно. С моим кретинизмом топографическим. О, да, я на холме. Не знаю, где вы, но я на холме. И мои арбалетчики тут не достреливают. Точнее, я не на холме, я ровно между холмами. Господи, самое ужасное место, которое вообще могло быть. Лучников вроде нет. Сюда. Вы ж не думали жить вечно? Кого я обманываю? Вы вообще ничего не думали. Понятно, стрелял в одного, убил другого. Хорошая механика выстрелов.
сказал, что его отпускаем. Его добивать будем. О! А вот, кстати, булавы неплохие. Достаточно дорогие, и в принципе можем сходить с ними в этот. Некроманту, наверное. Блин, время 6 часов. Надо заканчивать уже стрим, все. Хватит сегодня. Блин, я не знаю, сходить что ли. На задание 3-го уровня, посмотреть, кто там. Так, это починить. Чинить. Секундочку.
Так, извиняюсь, был звонок. Так, давайте еще немного побегаем, и, наверное, уже на сегодня будем заканчивать. Че у меня уже? Ни у кого ничего нету. Перк новый освободился. Гантельки. 69. 4, 3. 3. Защиту надо поднимать. Блин, я не знаю, идти на сервак, не, точнее, идти на задание с тремя черепами, не идти. Давайте сходим, посмотрим, что будет. Хотя... Сюда сходим. Или там руины какие-то есть? Да-да, я заметил сейчас только что. А, вот еще... А, еще один левел есть. Ха. Прикольно. А, это я не решил что качать, по-моему, ему. А, стоп, я вот это хотел ему взять. Да, удар спиной хотел ему взять. Так, а что у меня по идее? По идее, кстати, у меня заканчивается, 3 дня осталось. 270 они хотят. Возьму какой-нибудь квестик здесь. Сушеная рыба на 8 дней хранится. Что взять? Почему бы и нет? Так. Это ремонтируется. Ничего не стоит. Не хочу никуда. Серьезно? А, уничтожить... А, я еще за голову получу. 80 монет за завершение и 93 за каждую голову, которую я принесу. Давай еще 7 часов и обгонишь Мортиса. О, я ж умру, морковка. Морковка, я ж умру. Кстати, а вот Орк Вариор. Ты про него говорил? Ай, блин. У меня позиция фиговая очень. Прям очень фиговая. Пусть и кстати не могу. Прикольно. А вот и орки поперли.
То есть это квест за все лагеря? То есть это за любой лагерь? Тут штука за один конкретный. Слушай, там еще такой-то прикольный. Все плохо. 9 орков. Сейчас рыбок добудет. Рыбка нету. Твари уже пошли. Подходите. Так, ну молодые орки это не проблема. 90% проблем это варьоры. Вау! Серьезно? Чё он такой жирный? Понятно. Надо сдвигать, ребят. Я неправильно встал. Поэтому сейчас будет очень сильная атака. А ему сейчас просто с места эти идут варьёры. Блин, попал, короче. То, что косечно поставил своего. Что, придется спасать его, не знаю как, но надо спасать его. Они просто жесть толстые. Даже арбалет не пробивают. И таркоман даже арбалет не пробивают. Просто я не знаю, что делать. Хоть стой, хоть падай, блин. О! Хорошо, парень, сделал. Очень хорошо. Спасибо, что ты меня откинул. Фуф! Ладно, ща пойдет попроще. Главное, чтоб сейчас мне люлей не дали.
Я, в общем, довольно сильно ему благодарен за то, что он меня откинул. Очень плохо кончится. Вау. Лол. Они откидывают? Чем они откидывают? Реально сурово. Ладно, варьеры не такие простые, как я думал. Сейчас есть ощущение, что я сейчас просто сольюсь. Слишком жестко. Это просто жесть. Как убивать? Нет. Это просто жесть. Ладно, давайте, наверное, хватит на сегодня. Я встретил орков-варьеров, как... Кто-то там говорил, кстати, это говорил и Мортис, и ты, что я просто отхвачу. Да, я просто отхватил. А чем их бить-то вообще? То есть, либо не столько хп дофига, либо что это такое вообще? При этом это квест всего лишь на двоечку, то есть это не квест на тройку. Ладно. В общем, давайте, наверное, сегодня закончим. Всем спасибо, кто был со мной сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Воды, как всегда, появятся на YouTube. Ссылочка под описанием стрима есть. А на этом все. Всем спасибо. Увидимся. Увидимся уже когда... Не знаю, сегодня, если проснусь, то в 9 по Москве. Если не проснусь, то завтра, скорее всего, где-то с 12 начнем. А на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.